Сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров достойно и на совесть служит России. Уверенность в этом выразил президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что российские военнослужащие сражаются решительно, бесстрашно и до конца. Он отметил, что российские военные в Сирии проявили свои самые лучшие качества, защищали и защищают интересы нашей страны. Владимир Путин подчеркнул, у людей в в погонах особое отношение к оружию. Они выбрали для себя нелегкую профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и готовности отдать за отчизну, за боевых товарищей самое дорогое – жизнь. Президент также обратил внимание на то, что вооруженные силы Российской Федерации оснащены новейшим оружием и современными средствами управления и связи. Дорогие друзья, во всех, без исключения, планах и решениях о будущем вооруженных сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, на волевые качества. И как верховный главнокомандующий, я всегда уверен в вас, товарищи офицеры. Еще раз поздравляю всех военнослужащих России, ветеранов с наступающим праздником. Желаю вам, вашим родным, близким, здоровья, счастья и благополучия. Благодарю вас за службу.